Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Поэтому ничего настоящего не могу воспринимать. Ну, просто, может быть, оно даже настоящее, нет, но это не просто, умеет передавать. Да, это инструмент, который, как бы, ну, может быть, просто настроенный, не на тот лад врубаешься. Будем ждать рваные трусы, говорят. Жаки, бро, приколю тебя твоим треком. Запиши фит с Бастой. Кстати, забыл об этом вообще. Трек, который слушал в тачке, будет входить в ДГ-2. Че, Максу привял от меня, вы где? Мы пидорам не говорим, где мы. Тебя сильнее заебут. Тебя сильно заебуют насчет ДГ-2, спрашивает он. Вот ты даже сейчас меня заебуешь насчет ДГ-2. Жак, вот тебе выбор. Тони Раут, Фейс, Замай. С кем из них витанешь? Ни с кем. Хай, бро, привет из Перми. Как к шоку относишься? Так что это тут значит, что ты спишь, братан? Так, это мы уже говорим. Как выйти на вас? Он сейчас так обратился, как будто мы балконы. Блять, пиздец. Блять, ты долбоёб Кизару в Твиттере сказал, что драпает альбом для себя. Я понял, чем вот что сейчас было вообще. Не нравятся вам, да, такие заявления? Стиль хуйня ебаная. Куш говорит. Какой стиль? Никаких джойстиков не будет. Дорого, дорого, дорого. Можно ли тебе отправлять биты? Жак приезжал в Владивосток. Это уже был алфавит персонаж норм. Как дела у тебя? Ну, голос охуенный у Лехи. Жак, что скажешь по поводу проекта на телеканале «Пятница. Голос улиц»? Я был удивлен. На самом деле, типа... Очень много народа, которые плюс-минус талантливые и отреагировали, и, ну, типа, авторитет Басты непоколебим. Здорово. Вот. Просто радует, что еще есть народ, который за творчество. Луи Ви или Гуччи? Очень сложный вопрос, потому что и Монклер. Как тебе Кози Тейпс 2? Как тебе, Янг Таг? Блин, вопрос, который начинается на «как тебе?» и мне не нравится. Жак, братья, есть ли набор на Рейган? Я не знаю, есть ли набор на Рейган, потому что я больше не на Рейган Рекордс. Следовательно, думаю, что есть. Блять, ты чё? Ублюдок. Ну. Хладнокровый. Хладный. Фу, какая же ты черная шлюха. С Замаем фитонет он по-любому, пишет. Просто зло. Пидорас ты, Артур, блядь, ебаный. Возможно, песня про джинсы и зашла бы, если бы клип был о том, как бабушка пиздит его метлой, а потом штопает его джинсы. А вопрос по глазам еще. Типа, это зачем? Вот в клипе у него вот эти линзы, это я так. У него всегда это, он так ходит, выступает. Он типа зомби-бой. Бро, ты читал куплет про татушку на руке. Она у меня уже 4 года. Тра-та-та. Это прям мем, да. Нигер, тра-та-та, это мем. Куш не спит за компанию, за мой братик родной. Пишет Артур. Сука. Фит Смаркул, почему не запишешь? Почему не запишу? Знаешь Аню Савченко? Нет. Когда с Яниксом? Алло. Помнишь, толстый читал трек «Играем на деньги»? Он выйдет вообще?
Толстый. Мы все надеемся, вот что вот. Полежайкин когда-нибудь да. что-нибудь дрогнет. Ты слышишь, толстый. Бам-бам-бам. Народ, короче, на самом деле, он очень талантливый, у него дохуя материала пиздатого, но он его почему-то не дропает, вот. И давайте все начнем топить, что может, что-нибудь дропнул, он что-нибудь дропнет, будет пиздато. Удачи тебе в твоем творчестве, ты правда классный, побольше бы таких, как ты, приятно слушать. Вот что говорит опять Анастасия. 2, Анастасия 6. Кстати, вот, жди на концерте в Гештальте, говорит мне Григорий Куликов. Привет, жду ДГ2. Ты лучший, сука, твой треки огонь. Обожаю, жду новый. Бам. Я уверен, что я не так передал твою интонацию, Нигер, но спасибо, я понимаю, что ты имеешь в виду. Жак, братан, шо по фильму «Притяжение». Как тебе, Антон Бамблбиевич? Жак, ну выеби ты эту игру, наконец, покажи, кто батя. Нетерпеливое заявление, но своевременное. Как относишься к ЛСП? Я к нему не отношусь. Фитц обладает, замути. Вывожу цифру 8. Цифру, точно. Можно так вообще говорить? Как? Не знаю. Цифра через их смысл, блядь. По-белорусски. Точно. Брачева, если чего, коси, что ты из Беларуси. Жак, привет, тебе из Франции. О, салют, алло. Je peux balancer un salut en arrière. Братишка говорит, Куш, привет, Куш. Иркутск, приедешь, где батя твой? Ой, сколько вниз еще это было так давно, черт, я читал не там, как где, черт, где трек новый, когда ты, что, блядь? Где трек, новый трек, когда ты записывал на GLSS? Блядь, в чем феномен фейса? Такая хуйня редкостная. Там же, блядь, набор слов говорит один из наших подписчиков. Зовут его Нурлан25. А у меня очень проста. На самом деле, вообще, вот всем на этот вопрос ответили на камеди, вот когда они угорали над ним, в конце сказали, вот, конечно, ты персонаж. Вот суть в том, что персонаж, и все. Очень занудно, я знаю, но так и есть. Да, сегодня в СПБ качаю, но пока что мы в Москве. Спортом занимаешься каким-нибудь? Ну, тяжеловесом, блядь. Да. Поставьте лайк в Джеки. Джеки крутой. Давай ты тоже будешь делать песни из 5 слов. Бля, у меня даже когда на Сахалин, я там уже был, кстати, там у вас грибочки четкие. Когда в Красноярск слетишь, там тоже был. Чернокожим. Чернокожим, чел пишет. Жим? Да, это похоже на жим лежа. Здорово, Нигер. Физ с Джиганом скоро. Пишет. Спортом занимается Сигина, скорость курит. Доброе утро, Нигер. Жду. Бой. Жижа от Жака со вкусом нигерского рэпа. Смешного. Жижаха, блядь, в натуре. Когда в Уфу, передай привет Джет Смоку, бро. Вы когда в Москву вернетесь? Мы в Москве, блядь. Тягаю тяжкие биты, поднимаю, свожу огромные минуса. Спорг. Что у них за пиздец в голове? Слышь, когда в Париж... Когда в Париж, слышь, когда в Париж, когда в Париж нас спрашивают, слышь, когда в Париж, когда в Париж. Итак, ты уже много сообщений пропустил. Нахуй ты меня разбудил в Перми 7 утра, я лё, бля. Опять алло, бля. Салам черный говорит, братишке, про, я имею в виду после питерского концерта. Как тебе альбом Яникса с Муразом, брат, какого хуя ты не спишь? Я не сплю, потому что мне надо ехать. Блядь, тот самый Бобр пишет, прикинь. Сука. Накидайте тот самый, самое смешное, что накидаете. Не, я еще не близок к киностудии, брачу, я пока что все-таки музыкой занимаюсь. Че там с дизайнером? Хуй знает, че с ним. Респект из Норильска, жду ДГ2, Жак, что по тентейшену?
А что, патентейшн, блядь? Каталашка плачет. Фитонис фейс. Блядь, прикинь, как охуели бы в Америке, если бы мы сказали, you gotta make a future with face. В смысле, блядь? С чем не еще это лицо? С каким лицом, типа, блядь? Жестко. Как тебе фейс? Я бы его обоссал? Чел спрашивает. Чел, походу, фанат фейс. Жакра, нет, ты кса. Как аспирину пса в воду? Тот самый егерь. Нигер, ответь на вопрос. Давно мучает. Ты делаешь мейк... Чё, блядь? Ты делаешь мейкаешь сначала текст или потом бит? Или сначала бит, а потом текст? Делаешь мейкаешь? Что ты делаешь? Сначала определяешься между делаешь и мейкаешь, а потом дальше уже. Тебе не нравится XXXTentacion? Почему они делают выводы вообще такие? Меньшиков, давай в Петропавловск, Камчатский. Что за тату на лице? Тату как тату. Жак как Моцарт, только черный. А что у вас с Мироном случилось? Ничего. Бро, не игнорь. Жак, вставай через 2 часа. Стоит ложиться? Слышишь, что говорит? Жак, вставай через 2 часа. Стоит ложиться? Это, нет, он тоже, ему надо вставать. Ну вот я тебя и спрашиваю. Я думаю, пойдем на 2 часа ряжем. Точно? Ну да, хули. Не знаю. Серьезно, блядь? Если так долго будешь терпеть, ты потом так отрубишься, что... А я посплю в Сапсанчике просто... Так нет, ты сейчас отрубишься. И мы проспим поезд и не уедем на концерт. Ну есть самокрутки, сейчас она будет в порядке. Хорош. Аргумент. Где вырубить в СПБ Ксанекс? Ксанекс водит за нитку. Не, это ворот не могу. Ксанекс. Реально. Как у тебя деградантская зашкварная херня. Да, в целом, вся эта химозная наркота не надо. Я говорю, деградская зашкварная дерьмо. Просто зашквар. Ебучий, блядь. Чтобы вы понимали, мы типа даже не пьем. Тоже говно. Кажется, пора ловить хайп на прямых, как у Гуфа. Жак, помнишь, день города был? И бла-бла-бла, поклонники Фейса, что, блядь, что забыли в эфире нормального исполнителя? Как тебе относятся по поводу стафа? Как ко мне относятся? Выгодно. Когда в Норильск? Мой блант бумеранг, подпаленный, лениво переходит по рукам. Что? Это блага. Жак, на концерте будет свежее дерьмо? Ебой, когда новый дроп? Обезьяна ебаная. Когда в Красноярск? Зачитай куплетик новый. Жак, будешь записывать куплеты на английском? Как много, пиздец. Меньше лайкни. Меньшиков, меньше лайкни. Фотку, блять. Короче, вы поняли. Самара Хиджайт, понравился клип Мирона с Марком? Да, пиздатый. Доброе утро. На каком релизе трек с девушкой? Есть контакт. Это они про DNA. Ты рэпер или трэпер? Блять, Макс, я не могу, нахуй. Пожалуйста. На момент хочется просто выйти. В окно. Че вот, блядь, ему ответить на этот вопрос? Да ничего не ответить. Вот. Как, блядь, можно вообще такое, блядь, спрашивать, пиздец? Трэпер, это что за херня? Ну такой вопрос, можно отвечать на фейсе. 2 Анастасия 6 пишет ему, жена твоя будущая обезьяна, спи, иди папино молоко. Что за грязь? Девчонка, ты случайно не из Питера? Мне кажется, только там такое бывает. Тра-па-па пишет кто-то. Тра-па-па. Вот сразу видно, что ты проф в музыке. Пишет мне папа-хапа. ДГ-2 пищи первого спрашивает. Так это вы мне скажете, что вы спрашиваете у меня. Жак, ты до сих пор молоко пьешь? Хули не спишь, не ешь? Жак, дай автограф. Жак, ты самый топ в России, уважуха, только тебя слушал одно время.
Сейчас еще одно время будешь только меня слушать. Долбоеб. Ему очень нравится, когда я читаю его комментарии, потому что он их все начинает с междометий. Надеюсь, он знает, что такое междометие. Так. А то будет обидно, что он шутку не понял. В ответ будет пишет. Нигер, трушный рэп или нет? Рэп, по сути своей, в принципе, с утра хоть настроение поднять. Ай, гадам. Так когда этот денный? Прошу, не шуми, голова гудит. Я привет, старшиня. После того, как ты мой ник сказал, я кончил. Так, это уже опять физиологичные пацаны тут пошли. Помнишь, в колодзере я тебя по спине хлопнул и сказал: красава, это я. Жак, ты drum and bass слушаешь? Тебе сколько лет? Мне 25 лет. Трэпер Сява. Что, блядь, суки ебаные? Почему вы такие ёбнутые? Аксель спрашивает, почему мы такие ёбнутые? Или ты спрашиваешь у тех, кто пишет эту хуйню? Жак, надеюсь, я дождусь, когда ты... Оу, щит, бой! Покажи, покажи. Это прямая трансляция? Да. Сейчас, подожди. Повтора не было, надеюсь, сейчас будет. Где служил ты? Я служил в Тейково. В ракетных войсках стратегического назначения. Спасибо за дочку. Что за парад хиблоторговли, спрашивает чел. Нищий, почини экран. Что, блядь? Нищий, говорят тебе. Пожалуйста, Макс, ну, блядь, хватит эту хуйню писать, ребят. Я знаю, как ты там телефоны продавал. Красавчик Нигер, хорошо, что знаешь? Я за округ в баскет играю в субботу. Красавчик Нигер. Леша пишет, ору. Ну, потому что ты нищий. Чел. А он еще пишет, ору. Ныряю на дно колодца. Ой, блядь, почему нет дырки на носке? Недостаточно, ты нищий, Макс, давай исправим. Да пох на баскет, себя показывай. Сколько в день стафа юзаешь? Какого такого стафа? Когда ж мод будет? Меньшиков, я знаю про бубле. Что, блядь? Давай ебашь, солнце еще высоко. В Новокузнецк поедешь в NBA. Лан, брачу, взорви всех, я спать, говорит мне молодой человек. Жду ДГ-2, вот пошел конструктивный диалог. Хуй сосешь, спрашивает этот тип, который начинал с междометий, и он не перестал это делать. После концерта 14 числа, если не VIP покупаешь, есть шанс сфотаться. Есть шанс сфотаться, блядь, даже если нихуя не покупаешь, просто где-то идешь по улице. Нихера у тебя куча линзы. Че в клипах куришь? Приезжай в Саратов и еби Гэтсби. Снуп снизил дозу со 100 грамм до 50. Какашка. За кого топишь в НБА? Лизни мои кутикулы. Жду ДГ-2, тра-та-та. Та-та-та. Блять, лизни мои кутикулы, это перебой, нахуй вообще, со светом. Та-та-та. Сколько у тебя часов? Сколько времени? Без 10:06. У меня без 10:06. Нигер, еще куришь Мэри Джейн? Мэри Джейн, это, если не ошибаюсь, тёлка Человека-паука. Очень странные вообще вопросы мне задаете. Жак, почему не отвечаешь в директе? Зазнался. Лизни мой инстаграм, бой. Что такое ДГ, день за днем поджигаю, бам. Не стоит всех судить по себе, если ты сосешь, не все в ответе. За твой рот, пишет это замечательное 2, Анастасия 6. А, Анна спрашивает, вы чего не спите? Очки, как у моей бабки. Ты что не спишь, Нигер? Как относишься к хоккею?
когда в Иркутск, скрути ее и закури. Жак, ты нашел на Кутузе то, что искал? Что я искал на Кутузе? Он курит Мэри Джейн, завернув ее в ковер. Наверх, если когда-нибудь погонишь, Казахстан гол, не отвечаешь мне, но и сиди тут один. Я тот, кто рос без новых Air Force. Мои чакры с первого на лице заменят шоколадку. В каком районе Питера сейчас чилишь, я сейчас в Москве? Добрячком стояк разбудил, блядь, столько тут этих физиологичных пацанов. Наркоманы какие пишут, ха-ха. Шагов на риск, зови север. Я еще очень надеюсь, что ответишь, для меня это очень важно. Бля, Ниша, я жду тебя в челнах с булочкой. Жак, не выпускай ДГ-2, выпусти сразу 3. Привет, бро. А вообще жил где в Питере? Так. А у тебя пися по утрам стоит? Физиологичные пацаны подъехали. Не обобщай. Не отвечай им. Да, вы правы, можно им не отвечать. Давайте закинем их в игнор в лютейший. Давайте просто мы не будем их отвечать, потому что их слова текут в чат моча. Я не знаю, почему мне нужно дернуть за рычаг. Если хочешь, чтобы закончил, я нужно мне это начать. Я приехал в МСК из Питера, сука, встречаю. Именно поэтому я из ножен не достаю меча. Подруга греет мой очаг, пока догорает свеча. Ты же видишь, что за нож лежит на моих плечах. Не снова говорят «Доброе утро, Жак». А Хелден 85 спросил во сколько шоу-тайм. Когда к Блейзу спрашивают на этот чертов диван, я не знаю, что на это ответить вам. Бля, завали ебало, пока не убил, говорит этот тип. Ебать, он хочет устроить турецкий гамбит. Но тут как ни крути. Попробует навалить на бит. Да, да. Как тебе обладать, дядя? О, я вижу все в твоем взгляде. О. Все, иди нахуй. О, метелки в чалке. Ура, я дождался куплет. О. Нет, это не чертов куплет, это чертов фритайл. Нигер, ты что ли устал? Я хочу, чтобы ты прислал сюда смайл. Один спросил, когда к Марии, другой спросил, когда ДГ. И я не знаю, что мне делать. Что за сумбур, блядь, в голове. Black Star это попса. Фу. Black Star это попса. Фу, а с чего вообще, почему мы заговорили о Black Star? Я хочу сосать, пишешь. Ай, меня, сука, жестко. Умри нахуй, вот что сделай. Жак, как дела? Бам-бам-бам. Жак, проверим, как ты на ходу придумываешь куплеты. Зачитай про котика скорости. Котик скорости? Этот парень вообще охуел. Говорит, блядь, зачитайте про котика скорости. Что это за хуйня, что это за, блядь, границу упоротости. Нужны нам такие новости. Скажи, у меня тут капюшон, тут в форме ворота стиль. Они говорят хором, мне ты бороду опустил. За то, чтобы продолжить это дело, я лягу костьми. И даже если меня будет ненавидеть весь мир. Я буду говорить вам, что меня не спасти. Вот так. Эта музыка взрывается, как будто пластит. За кучу линзами не видно мои красные глаза, говоришь? Пиздец, игнорит нагло, бля. По-моему, из Black Star на Арбате играл твой трек, если не с соседнего заведения. Когда ребрендинг... Люди хороший вкус, а делают они говно. Когда ребрендинг...
одежда заебенишь. Попозже. Максимум, что опустишь, это крышку унитаза. Я не понимаю, они не говорят, кому они это пишут. На Blackstar Radio твои треки крутят, я знаю. Я слышал, мне уже говорили об этом, докладывали, но я не понимаю, что я должен сделать. Ну тебе, блядь, мне вообще впадло двигаться, я не понимаю. Ну играет на Blackstar Radio, ну и похуй вообще. Охуенно, пусть играет. Давай фристайл про ветер перемен, они мне говорят. Хотят, чтобы рэпер встал с колен. Ну, тут ветер в голове. Для всех этих ребят тут ветер в голове, да. Я тебе скажу, что это все как битва поколений. Этот парень спрашивает меня, есть ли шмаль. Я не знаю, почему, но мне его так жаль. Ха-ха-ха. Я говорю, ублюдок, не мешай. Я не знаю, почему они меня так смешат. А и вот другому обидно, что он не замечен. Ну что ж. Значит, мне ему его порадовать нечем. Теперь он замечен. Че, в Павлодар приедешь, у нас тут отсосать хотят. Пиздец. Что за хуйня происходит с людьми? Это все детский сад. Опять. Комменты летят так быстро, что никто не узнает, когда ДГ-2. Комменты летят как выстрел. И у него прямо по курсу твоя голова. Жду демо, хэштег из альбома. Жак, почему косяк не убивает? Ахаха, потому что плохо крутишь. Как какать-то правильно, а? Спрашивает чел. К сожалению, очень много людей... Флудят хуйню в гуме. Хуеплет ебаный. Ребят, давайте ему писать ДГ-2, чтобы он сказал дату дропа. И все-таки ты русский Трэвис Скотт. Жак, должен уйти лейбл. А потом его тихая пристань, потому что не был в топе. А я тебя слушал. А сейчас чай не замечен. Тра-та-та. Школьники. ДГ-2. Вот аудитория основная. Салют из Кали. С Мироном будут фиты? И Скриптонит тебя выебет. Выебет. Выебет, он написал. Звучит как Макбет. Два ДГ, не, пожалуйста. Не, говорит не Гайджиа, а шит. Про Камчатку слышал, ждет тебя. Жак Энтони, не Рейган Рекорд пишет. Парадигма, тра-та-та. 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 Жак, ну куплетик, зачитай про котика. Скорость. Пиздец, я только что читал про котика скорости. Они скажут, это бред, и я скажу, что это новости. Или я не знаю, почему тут все крутится лопасти. Я боюсь, что твой котик упадет в эту пропасть. И теперь мне совершенно нечего с ним будет делать. Я не знаю, почему лежит его мертвое тело. Я уверен, что такого расклада ты не хотела. Так что извини, не буду доводить до предела. Ты доволен или довольна, кто это был? Девушка, мальчик, кто просил про котика скорости? Пиздец, котик скорости, что за хуйня, как можно было такое придумать? А, котик скорости, это такой аккаунт, ебаный в рот, я только что заметил, вот он, ублюдок. Ах, бля, подъебал меня, ну ладно, ладно, развел, хорошо. Жак, расскажи про свое будущее, нихуя себе, блядь. Не, ребят, вам будет неинтересно тогда смотреть, если я вам расскажу. Вот так, хорош, когда в Норильск. Доброе утро, мой нигер. Фараон нравится? Жак Солджи делал трек Гра-та-та, гоу русскую версию. Ты, блядь, чмо, кешбек. Алиэкспрессовский, блядь. С утра до ночи я курю, до траву больше 35, вряд ли проживу. Понятно. Жак, посоветуй студию в Москве, пожалуйста. Жак, расскажи что-нибудь веселое про армейские времена. Ой, ёпаный в рот. Нет, хуйня там, блядь. Все армейские веселье смешно только в армии. Когда рассказываешь гражданским историю из армии и начинаешь дико угорать, это происходит в погоне. Как-то такая хуйня получается.
воу, красные глаза компир. Я один против их мира. Сука, не фотографируй. Сука, убери мобильный. Я составил райдер там ездоми, но нет алкоголя. Еще с нами или со мной две модели топлис. Моя сука знает свое место, дрессировщик кидаю лезу палку, и она приносит мне. Пользу. Вот так вот, блин. Сука, считатель только выше или ниже моего, я тебя за чела, на которого ты, бам, очень похож, вот. Читай, закрыв глаза, сука, ма. Сосиску в тесте бы захавал. Как проебать армию? Я не знаю, я ж не проебывал. Жак, заставь сосать своих хейтеров, будь Гитлером для них, дай понять, что эти белые недостойны такого черного. Как делп, Жак? Друзья не могут делать самокрутки. Я же нигер с первого раза скрутил охуенно. Помоги в Питере став вырубить. Я тут заметил, что ты очень часто на Кутузе обитаешь. Что это за хуйня, это Кутуза? Что там у нас было на Кутузе? А мы там что-то делали. По делам. Жак, ты лучше зайка, и это пишет парень. Очень страшно мне в такие моменты. Отпизди лицо. 812495. Как думаешь, какой самый лучший мой трек? Как я думаю, в смысле? Нет таких фанатов, как я. Пишет. У меня тату твоя. Бывает, конечно, у всех бывает творческий кризис. Спасибо, нигер. Пау-пау-пау, стучали. Тра-та-та. Так, ребят, все, пора, короче, закругляться. Я пахаю, вас тут еще так много, но я не могу больше отвечать на ваши вопросы. Мне нужно чуть-чуть поспать. Все, ребят, пока-пока. Ты пошел поспать? Да, пошли. Да, ты, блядь, уснешь.